Джей Ти и три других члена его семьи подписались на пакет текстовых сообщений, предложенный мобильным оператором, в соответствии с которым вместе они не могут посылать более 500 текстовых сообщений в месяц. В конце этого месяца JT послал на 25 смс больше, чем его старшая сестра. Давайте я это выделю разными цветами. На 25 смс больше, чем его старшая сестра. На 50 меньше, чем его младшая сестра. И на 125 смс больше, чем его мама. Сколько текстовых сообщений мог послать JT, если в итоге его семья не превысила лимит в 500 текстовых сообщений? Давайте обозначим некоторые переменные. Пусть ОС – это его старшая сестра, или лучше пусть будет просто О. То есть О – это количество сообщений, посланных старшей сестрой JT. Пусть Y – это количество сообщений, которые послала его младшая сестра. М пусть будет количеством сообщений, посланных его мамой. То есть М – количество сообщений, которые послала его мама. А J – количество сообщений, посланных самим JT. То есть общее количество сообщений, которые они послали вместе, не может быть больше, чем 500. Значит, если мы возьмем количество сообщений, которые послал JT, сложим их с теми, что послали его сестры и мама, это должно быть меньше или равно 500 сообщений. Меньше или равно 500 сообщений. Но теперь, как нам выразить все это с точки зрения того, что послал JT? В задании нам дали некоторую информацию об этом. JT послал на 25 сообщений больше, чем его старшая сестра. То есть мы можем написать, что J равняется 25 плюс O, то есть плюс то, что послала его старшая сестра. В задании нам также говорят, что JT послал на 50 сообщений больше, чем его младшая сестра. То есть J равно тому, что послала его младшая сестра, минус 50, то есть Y минус 50. И в конце концов в задании также говорится, что JT послал на 125 сообщений больше, чем его мать. Значит, мы можем написать, что J равняется M, его мама, да, плюс 25. Теперь я хочу переписать это неравенство с точки зрения того, сколько послал JT. Мне надо выразить все эти переменные через J. Давайте запишем, чему равно O через J, чему равно Y через J и чему равно M через J. А затем мы сможем внести это в неравенство. Если J равняется 25 плюс O, мы можем отнять 25 от обеих сторон уравнения и получим J минус 25 равно O. Теперь возьмем второе уравнение. Здесь мы можем прибавить 50 к обеим частям, и тогда мы получим J плюс 50 равно Y, то, что послала его младшая сестра. И в конце концов, в последнем уравнении мы отнимаем 125 от обеих сторон. Давайте я подвину изображение немножко в окне, немного вправо, и тогда мы получим с вами J минус 125 равняется M, это количество сообщений, посланных его мамой. Давайте еще раз сравним с условием. JT послал на 25 сообщений больше, чем его старшая сестра. То есть, если взять то, что послал JT, и отнять 25, то получится то, что послала его старшая сестра. JT послал на 50 меньше, чем его младшая сестра. То есть, если взять то, что послал JT, и прибавить 50, то получится то, что послала его младшая сестра. JT послал на 125 больше, чем его мама. То есть, если мы возьмем то, что он послал, и отнимем 125, то получим то, сколько послала его мама. Теперь мы можем подставить значение каждой переменной в наше неравенство. J – это то, сколько послал JT, плюс сообщение его старшей сестры. А O – это то же самое, что J минус 25. Значит, мы пишем плюс J минус 25. Дальше добавляем количество сообщений его младшей сестры. А это у нас равняется J плюс 50. Значит, мы пишем плюс J плюс 50. И теперь сообщение его мамы, которое равняется посланному JT минус 125. Так и пишем J минус 125.
И все это меньше или равно 500. Теперь давайте сложим все J. 1, 2, 3, 4. 4 J. Теперь давайте сложим постоянные. Минус 25 плюс 50. Это получается 25. Затем 25 минус 125 равняется минус 100. То есть 4J минус 100. Я просто сложила все постоянные величины. Меньше или равно 500. Получаем очень легкое неравенство. Теперь прибавим 100 к обеим частям. Это у нас уйдет с вами, сократится, и мы получаем 4J меньше или равно 600. Теперь разделим на 4 обе части. И мы можем не беспокоиться о неравенстве, поскольку 4 – это положительное число. И получаем J меньше или равно 150. То есть JT должен был послать меньше 150 или 150 сообщений в тот месяц, чтобы не превысить лимита. И чтобы все члены семьи вместе послали не больше 500 сообщений.